Ассаламу алейкум, достар. Калайсиндар. Бул каштанов. Минин каштанов реакшн. Арнама кош кельзиниздар. Сегодня у нас будет реакция на видео под названием «Русский ведущий на казахском». Тамада довел до слез от смеха ведущий Асаба Тамады Астана Павлодар. Вот такое вот длинное интересное название. Давайте посмотрим это видео, но прежде чем мы приступим, Коп Рахме за то, что подписываетесь на канал. Также подписывайтесь на мой Бусти, там выходят реакции на фильмы и различные сериалы. Крайнее, что я посмотрел, это «Геошторм», потом фильм «Мгла» и так далее и тому подобное. Там более 500 реакций, ребята, только на Бусти. Ждут вашего внимания. Ссылка в описании, еще раз говорю. Переходите, подписывайтесь, не пожалеете. Так, ну что, давайте смотреть. Итак, жениха зовут 3-4. Отлично. Олжас. И невесту зовут 3. Извините, ребят, я вот этот момент сразу хочу отметить. Недавно была реакция на Олжаса. Это тот парнишка из Америки, то есть из Казахстана, который живет в Америке и который ограбил 3 грабителей. Ну, по крайней мере, так говорилось в том видео. Да нет, конечно же, на самом деле он предотвратил свое ограбление. У них забрал оружие и все такое. Я думаю, вы уже все знаете эту историю. Если не знаете... Ссылку закреплю в описании под этим видео. И его зовут Олжас. А я по привычке говорю Олжас. Ну, не специально, это такая фишка произношения. Вот это можно по аналогии привести к имени Игорь. У нас есть в русском языке имя Игорь. Но мы не говорим... так как пишется, а пишется Игорь. В обычном языке, я не знаю, вот даже вы в Казахстане, скорее всего, если у вас есть какой-то знакомый с таким именем, хотя это в последнее время редкое имя, но все же, вы же не говорите ему Игорь. Игорь, привет. Все говорят Игорь, то есть там слышится А. И вот в этом же, так же и работает в обратную сторону. Правильно говорится и пишется Олжас, но в русском языке уже по привычке ты говоришь Алжас. Почему я про это говорю? Очень много было комментариев, кто-то даже обижался на это, что я неправильно произносил. Ребята, со всем уважением, это все делаю не специально. Конечно же, Олжас, Олжас. Ладно, ребят, извините за такое отступление от видео, но все же. Давайте еще раз. Олжас, Олжас. И невесту зовут 3-4. Супер. Жарайды, қазақтар келді ғой, олар сені түсінбейді ғой. Сонымен қадірлі ағай достар, құрметті қонақтар, баршаларыңызға өздеріңіз білесіздер ғой. Басқа тойларда, орыстар тойларда, вот это он шпарит. Ассаламу алейкум деп айтыр. Ассаламу алейкум. Атасы алаш керегесі ағаш болдай, алтын үстай көміз бастай қыз тәрбиелеп, қазанымдан ирраттан түрген, қол жайып қараулы аталар, құрбанай қадірлі апалар, как скороговорку читает. Жасыл жергелер, шәрбәттай тәтті қарындастар, жанғақтай қатты нелер. Армысыздар, бармысыздар, қадірлі ағай, достар, шапалақ бір-бірде ұрар. Ребят, невероятно, невероятно. Вот это чешет, а? Напишите в комментариях, как вам его казахский. По-моему, великолепен и бесподобен. Вообще не придраться, ну, как бы, это я так сужу, да? Все-таки мне ваше мнение, мнение казахов будет, конечно же, интересно. И тут же я вспомнил видео, которое вышло у меня вчера. Про то, как русский уехал из Казахстана из-за того, что его там притесняют. Многие написали то, что видео похоже на постанову, что это провокация. Тоже, если честно, как-то больше похоже на провокацию. Вот здесь двое ведущих. Явно они как бы русские, да? Которые живут в Казахстане. Казахские русские, да? Наверное, так их можно назвать. И разрез глаз у них европейский. Ну, в том видео тоже на это делали акцент, поэтому я про это говорю.
И что-то я не вижу, чтобы кто-то тут притеснял. Что-то тут они, по-моему, себя достаточно неплохо чувствуют. И получают как бы ответку, да, тоже от зрителей. И вполне хорошо живут, судя по всему, ведущие, тамада, свадьбы, анаумынауди, гиндей, вот это вот все. Так что, ребята, вот опять же, да, наглядный пример и противопоставление тому видео, моему вчерашнему. Кто не понимает, о чем идет речь, тоже в описании добавлю ссылку на видео, про которое вот я сейчас говорю. Посмотрели в зеркало, бедные бедные, что-то там сделали на лице. Рукомный нас в возрасте, большое зеркало, айфон, да телефон, толстом, сфотографировать. Второй вот так сделайте, а это столько знать. Я не узнаю. Все зависит от человека. Непосредственно от человека, от его восприятия, от его внутреннего мира. Если человек, к примеру, черт, да? Если человек, к примеру, черт, ну, в переносном смысле, конечно же, не в прямом же, то где бы он ни жил, ему это будет не нравиться, то или иное, его будут все угнетать, все его будут гнобить, и тут вообще дело не в национальности и не в месте проживания. Как ты к людям, так и к тебе возвращается. Просто надо быть хорошим человеком, как бы это банально не звучало. Это вот самая банальщина, да, которая просто заезжена до дыр. Но это же не отменяет того, что это, в этом и есть истина. Вот и все. Будь хорошим человеком, к тебе потянутся. Добро на добро, как говорится. Один. Два. Ни слова не понимаю, но это здесь не главное. Главное, энергетика от этого видео, ребят. Прям поднимает настроение. Тоже писали в комментариях. Какой только чушь в интернете не видит, а в реальной жизни все другое, все по-другому. Казахстан республикасының президенті. Кім? Назарбаев. Казахстан республикасының бірінші президенті. Кім? Назарбаев. Үшінші сұрақ. Казахстан республикасының қазіргі президент. Кім? Назарбаев. Айбарекенде шабалақтайықшы. Құрмет ағайсызды кішкентай сыйлық. Рахмет. Шабалақтайықшы. Короче, в любом случае, да, в этом конкурсе не проиграешь, Назарбаев. Как переводится «Жайна Астана»? Так, ну что, на этом видео закончилось. Ссылка на оригинальное видео по традиции в описании. В общем, пишите в комментариях ваше мнение по поводу увиденного, услышанного, по поводу моих слов. Ссылки прикреплю в описании на те видео, о котором я говорил в начале этой реакции этого ролика. На этом все. Всем пока, удачи, до встречи.